Твери прошел очередной профилактический рейд «Уступи дорогу скорой помощи». Какой адрес? Улица Карпинского, дом 17. Мы едем с проблесковыми, да? Сигналами? Да. Этот, как и другие рейды, проходит, что называется, в режиме реального времени. Все вызовы настоящие. На сей раз выехали с бригадой реанимации. Ну, данный рейд проводится ежегодно с сотрудниками ГИБДД в связи с ухудшением погодных условий на улицах. Приехали, да? К вам, да? Каждая секунда важна, и скорая помощь выполняет экстренные вызовы. Первые пациентки вовремя оказана необходимая помощь. Следующий выезд на автомобильную аварию. Здесь столкнулись пассажирский автобус и легковушка. Первоначальные данные о пострадавших, к счастью, не подтвердились. А как машина появилась на ходу? Машина, она ехала за машиной и заехала в поворот. Я ехал уже в ЕГД «Шевролет». Она заехала в поворот и начала выруливать, на разворот пошла. Я думал, она в поворот заехала. Я вырулил на встречку на метра полтора, но не успел. Не ушел от столкновения. Куда в автобус удар пришелся? В бок. В бок. Пассажиров много было? Человек 15. Никто не пострадал? Нет, тихий был удар. Просто это все произошло, потому что на переднем колесе за железку задело и вырвало это. Удар не сильный. Чего не скажешь об ударе вот этой недавней аварии с участием скорой помощи. Карета неотложки перевернулась. Медики едва вышли из попавшей в аварию машины, сразу побежали на помощь пострадавшим из другой машины, которая не уступила дорогу скорой. Напоминаем, водителя, не уступившего дорогу, идущий с сиренами и проблесковыми маячками скорой помощи, ждет денежный штраф от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав от 3 месяцев до 1 года. Наказание предусмотрено законом и пешеходом. Штраф 500 рублей. Но не денежными средствами меряется задержка в пути скорой помощи. Это прежде всего наша жизнь и здоровье. В часы рейда существенных нарушений выявлено не было. Хотелось бы верить, что тверские водители услышали просьбы медиков и стали более внимательны к медицинским машинам, спешащим на помощь людям. Woo!